Вот так же парил он недавно в небе над Будапештом. Парил, пикировал, кувыркался. Шел розыгрыш первенства мира по высшему пилотажу. Уже в первом упражнении лучшую сумму очков набрал парень из Новосибирска. Мастеру спорта Борису Орлову 27 лет. В звене летчиков-спортсменов, которым он командует, народ еще более молодой и пока ничем не знаменитый. Мы говорим «пока», потому что быть новосибирским летчиком – это значит со временем стать Покрышкиным, Титовым, Поповичем. Особенно если учиться у такого мастера, как Борис Орлов. Хорошая традиция – получать зарплату без кассира. Неплохая традиция как-то отметить этот день. Сделать покупку в магазине. А можно просто купить цветы. Но не изжита еще порочная традиция пьянствовать в этот день. Вот они, герои получки. В штабе народной дружины города Новокузнецка. Уберите киноаппарат, командует один из них. Многие попали сюда впервые, поэтому не будем называть их фамилии. Им стыдно смотреть в лицо товарищам, но от людских глаз позор не спрячешь. С юных лет счастья нет. Да его и не будет, если с юных лет в день зарплаты в глазах двоится и четверится.